Всем привет! 16 августа 2024 года. Гуляю по левому берегу Орлика под Дворянским гнездом, под сквером. Там парк Победы. Тут ливневочка идет. Во время дождя такой поток сделали. Труба вот. После ремонта. В этом видео хочу показать берег, реку Орлик, а также лестницу Новодел. Раньше была железная лестница в 50-х годах. Сейчас там переделали, там новую поставили лестницу. Тут какой-то прям бережок. Давайте посмотрим, что за бережок. Река Орлик. Ну, не знаю, может тут рыбаки сидят, не знаю. В прошлом ролике я снимал вот все вот это с того берега оврага. А сейчас прям пройду вот к лестнице. Спуск такой для лодок, что ли, не знаю для чего. А там порожки есть, то есть в принципе тут можно искупаться. Вот. Не знаю, можно или нельзя, но раньше тут спокойно купались, и я в 2021 году тоже купался. Хотя вот написано, вроде купаться нельзя. Но я сегодня не планировал купаться, потому что с похолодания было, а сейчас вот потеплело и жду, пока вот сегодня, завтра вода нагреется, тогда, может, искупаюсь. Такие велодорожки. Что это у нас? Ольха. Кто знает, что это такое? Верба, ольха. Интересное дерево. Листок похож и на липу, и на орешник. Интересно. Тут тоже какой-то выход к воде. Где-то тут ливневка должна быть закапана. Ливневая канализация.
там, наверное, пониже. А здесь либо искупаться даже можно. Чистенькое местечко. Ну так, с утра. Давайте посмотрим. Дно в Орлике местами каменистое. То есть грязи тут немного. Так что можно, наверное, сойти в воду. Здесь. Как вода, интересно, теплая. Да нет, знаете ли, так градусов 18. Может, 19, не знаю. Ну, в целом нормально. Кто купается, это нормальная температура. Тут на днях до 30 обещали. Так что еще, может, поплаваю еще. А, вот он, сток. Ливневки выход. Под землей труба проложена. Вон труба. Да. Вот она под землей идет сюда. Укреплено русло, чтобы вода сточно не размывала. И вот такая труба. Вот. Для ливневой канализации. Вот она труба эта, вот она. Всем она известна, эта труба. Так что то место вполне, наверное, купальное. Идем дальше. Не, ну мы на любом случае, то есть под габионом и под где-то под тротуаром должен быть голубой. Нет, конечно, в любом случае. Мы туда не прошли тротуар, но и... Нет, я... Вот этот плотик остался, персик. По-моему, Сбербанк в свое время устроил. Шезлонги тут деревянные были. Но остался только плотик этот. Вот габионы, укрепляющие берег, сетка с камнями. Тревожная кнопка 112. Хорошо тут все было устроено. Единственное, о чем можно пожалеть, вот там был такой родник. И его этот родник уже засыпали. Он где-то уже под дорогой течет. Помните, был мостик, родник. Этого нету. Вот такая жертва, да. Но зато появилась вот эта дорога замечательная на Дворянку. И даже вот с фонарями, и с кнопкой тревожности. Сидят утки на бревне, греются на солнышке. Молодцы. Вижу, художники рисуют, стоят скалы, пейзажи.
моем детстве, помню, тут много художников стояло по берегу. Рисовали с натуры. А вот, собственно, и лестница обновленная. Намного красивее раньше была, в смысле, стала, чем раньше. Была очень простенькая, сейчас красивая, и с фонарями причем. Пройдем сейчас по ней. Художники разговаривают на живописные темы. Там далее Васильевский мост. Ох, тут тоже сход в воду, гляньте, песочек. Блин, елки-палки, прям. Может, здесь купаться можно? Вообще, там песочек, тут песочек насыпали. Не знаю. Он мелкий, в принципе, орлик этот. Но все равно. Так, ну пойдемте по лестнице поднимемся. В ландшафтный сквер, Дворянское гнездо. По прошлой лестнице ходить было страшновато, а по этой спокойно, хорошо. Сделано прочно. И как-то даже легче по ней подниматься, чем по прошлой. Хотя прошлую жаль тоже. Ну что поделать. Она пришла уже в негодность. А здесь уже другой, так сказать, комфорт подъема. Довольно длинная она. Но подниматься легко. Вот они, сколько тут? Метров, сантиметров 18 или 16. Порожки. Это даже ниже, чем в подъезде. Поэтому идешь все спокойно. Хорошая лестница, одобряю. Причем вот с площадочками для отдыха. Я давно хотел эту лестницу снять. Но как-то вот ленился сюда дойти. И вот, наконец, снимаю. С фонарями она. Хорошая лестница. Замечательная. Лучше старой. Даже так скажу. Удобнее по ней идти. Она достаточно крутая. Ну, сделано грамотно. Так, выходим мы в больницу имени Боткина. Тут какая-то тропа странная. Может быть, можно вдоль забора выйти на Салтыкова-Щедрина. Но мне неохота пробовать. Я все уже нагулялся, иду ролик выкладывать. Тропинка реально есть. Вот это дом-музей Курнакова. Слушай, такая конкретная тропинка. Как будто можно выйти. Вон тот дом тоже по Салтыкова-Щедрина. Я бы хотел сейчас выйти на Салтыкова-Щедрина. Давайте попробуем. Мне интересно. Дворянки-то все равно мы уже были. Не раз снимал. А здесь уж давайте посмотрим, что тут, как тут.
Не, обрывчик. Не. Тут все. И столько лезть где-то, пролезать. Не, тут не пройдешь. Сложновато. Жаль, что дорожки нет. Ну ладно, будем знать, что ходить сюда не стоит. Ладно, спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрий из Орла. В Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. Поставьте лайк, напишите комментарий. Можете также пополнить баланс моего сотового телефона Мегафон. 8-920-800-89-20 на услуги связи, звонки, смс, интернет. Ну ладно, выйдем давайте на эту, к балюстраде. А то как-то логически. Кусты, нужен какое-то место такое хорошее. Там закончу ролик. Хорошая дорожка. Зеленая травка сочная. Очень сочная, прям как в мае. Интересно. Сделаны здесь тоже скамейки. Очень культурно, хорошо. Вот. Лавочки — это вообще отдельная тема. Отдельное спасибо. Что это за дерево? Жесткие листья. А это луча. Смотрите, это луча. Я вижу, он плодик один висит. Лучи. Опа, упал. Придется поднять. Не хотел срывать. Опа! Он зеленый. Но все равно приятно. Получает что-то среднее между вишней и сливой. Так. Все, погулял. Вот ротонда. Беседка. Выходим на улицу Октябрьскую. Тут начало улицы Октябрьской. Классный вечерок сегодня, прям супер. В принципе, я все тоже снимал не раз. Макет дворянки. Ротонда. Начало улицы Октябрьской. Ну все, до новых встреч. А вот еще интересный момент. Посетитель дворянского гнезда.
уютное местечко. Значит, быть добру. Всем пока. Всего доброго, всего хорошего.